сейчас загрузить вообще. Просто уточнить. Так вы давайте несите, что мне того, вот, что вот, он у меня будет. Я-то помню, да? Да, вот, вот, вот. Да, 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 все, я правильно назвала. И там куриная грудь, конечно. Да, с курицей. Хорошо, хорошо. Ребят, я вышел в этот, в перископ. С кем это я? Я не знаю, как зовут эту официантку. Вот, вот, сегодня за место Васипа у меня новый напарник. Пожалуйста. О, класс. А сейчас я вам, знаете, что покажу? Вы, короче... Ешьте там свой творог на ночь, гомосеки. Вот. А я буду есть вот это. А знаете все почему? Потому что, блядь, я сегодня весь день без углеводов был, я терпел. И я вытерпел, сука. На ночь можно. Какие аминки? Я не понимаю, о чем вы. Пришлось аккаунт менять, вы падла. Потому что я тебя забанил, наверное. Кого? Нет, я никого не буду хуй сусть. Так, что там, подождите, соевый соус. Я вас расстрою, ребят, у меня 10% всего. 10%. Поэтому вы не сможете долго лицезреть, как я жру. Да и, сука, я вас, если честно, просто пожалел. Потому что я же знаю, что когда я начинаю жрать, у вас сразу депрессия начинается. Слюни текут, зависть, блядь, вся хуйня. А почему суши не с гречей? Спрашивают меня. Хочется сказать, ты дурак? Можешь мне своего соуса? Кто, блядь, жрет суши с гречей? Суши с гречей, блядь. С гречей роллы, ёптую. Бездарь. А, мастер, ты приперся, блядь. Проси прощения, скажи, что больше не будешь. Разбаню. Конкурс закончился тем, что мне перевели 200 рублей. Как я и ожидал, вы нищеброды. Так вы к тому же еще и жадные нищеброды. Поэтому я вам сейчас скажу, что... Поэтому хрен вам. Вот это хрен, и он вам. Это васаби. А, это васаби. Все равно хрен вам. И кто из двух победил? Я. Я сказал, если будет мало, хуй что подарю. В стране кризиса ты суши кушаешь. Ну что ж, я же виноват в том, что в стране кризис, блядь. Его богатые родственники. Вон в стране мосты строят, мостостроители. Крым наш, блядь. Вам что, мало этого? Крым наш, ребят. Экономический форум, блядь, провели. Все ж пиздато. Ладно, мастер, я тебя разбаню потом. Я знаю, что вы меня все равно любите. Я вас где-то глубоко в душе тоже люблю. Контрабандный лосось? Возможно. Не знаю. Я точно. Да, кстати, вкусно. Конечно, вкусно. Как это может быть невкусно? Спасибо. Вы же видели, как я сегодня покачался хорошо. Я выложил вам отчетную фотографию в Инстаграм. А капельница это не из-за здоровья. Капельница это, чтобы я еще больше рос, сука. Суши тримбалоном запивать? Тримбалон подвезут на следующей неделе, я уже заказал. Здорово. Да, натурах, спасибо. Я становлюсь все охуенней, да? Я стараюсь. Сначала трен энантат. Ацетат позже. Ацетат пока не надо. Я не думаю о Далере, ребят. Вы уж извините меня. Нет времени думать о Далере. Это да. Спасибо, Павлик. Скоро скажу, какой вес. Цена порции крови. Кто? Далер Кадзоеву? Вы шутите? Да ладно, пацаны, на самом деле,
900 миллиграмм и выше в неделю. На самом деле сейчас загружу сушами. Брат меня довезет до дома. Я зайду в магаз. Куплю куриные грудочки. Куплю риса. Все это дело приготовлю на завтра и лягу спать. А суши — это мой заслуженный отдых после тренировки. Ну и раз так сложилось, что сегодня я не бомжу и не на маршрутке, и что сегодня это, что там, и что сегодня брат согласился меня довезти, я подумал, что бы мне не поесть. Слушай. Показываю брата. Видали? Подсолнух такой, да? Пиздец. Больше не на него. Ну да. Он решил ничего не заказывать, сидит, сахар бесплатно жрет просто. Я хули айфон купил, блядь, нет денег. Да. Ну вот, короче. Ладно, пацаны. Я заканчиваю. На 2 года меня моложе. Балбес, пиздец. Ну все, короче. Спокойной ночи. Я вас люблю. Вы меня тоже. У нас идиллия, блядь. До завтра.